Льготные кредиты для проведения весенне-полевых и уборочных работ выделят в Казахстане. На эти цели направлено 60 миллиардов тенге. В этом году средства впервые напрямую поступили в аграрную кредитную корпорацию без участия национального управляющего холдинга «Казагро» и его дочерних компаний. Таким образом, деньги быстрее попадут к фермерам, уверены эксперты. В Усть-Каменогорске они встретились с руководителями крестьянских хозяйств и разъяснили им преимущества новой системы. К примеру, финансирование предусмотрено не только через корпорацию или банки, но и кредитные товарищества на селе. Мы максимально вовлекаем в этот процесс кредитные товарищества, которых у нас 186 на сегодня в республике, членами которых являются порядка 13 тысяч фермеров. Мы их максимально вовлекаем, и нужно отметить, что через кредитные товарищества эти деньги могут доходить по ставке не более 8% годовых.